Приветствую всех, вы на канале След Истории. Сегодня речь пойдет про маршала Конева. Дочь Ивана Конева вспоминала, что маршальское звание ее отец получил во время Великой Отечественной войны. Погоны для высшего командного состава тогда изготавливались вручную, и этот процесс занимал достаточно много времени. Зная об этом, Георгий Жуков выслал Коневу свои погоны. Мало того, однажды Жуков даже спас Коневу жизнь. Но Иван Степанович стараний коллеги не оценил. Будущий маршал родился в 1897 году в одной из деревень Кировской области. Если верить авторам издания, великие русские полководцы и флотоводцы. История о верности, о подвигах, о славе Александру Ермакову и Владимиру Красунову, Иван Конев с 12-летнего возраста трудился сплавщиком леса наравне со взрослыми. Возможность сделать настоящую карьеру открылась для деревенского парня благодаря призыву в армию, а после и приходу к власти большевиков. Отдав долг родине, Конев вернулся из армии в 1918 году. В том же году он вступил в партию и почти сразу был избран уездным военным комиссаром в городе Никольске. Дальше продвижение по служебной лестнице пошло гораздо быстрее. Как гласит энциклопедия Александра Тарунина, рожденные на Вологодчине, в 1927 году, окончив курсы усовершенствования высшего командного состава и Академию имени Фрунзе, Иван Конев несколько лет командовал полком, а потом и дивизией. Великую Отечественную войну Конев встретил уже в звании генерал-лейтенанта и в должности командующего 19-й армией, сформированной весной 1941 года из войск Северо-Кавказского военного округа. Первоначально армия Конева была направлена на Юго-Западный фронт, но позже переброшена на Западный. Именно тогда, в самом начале войны, как пишет в своей книге «Правда о Советском Союзе», какую страну мы потеряли? Игорь Прокопенко, Георгий Жуков и спас жизнь Ивану Коневу. Дело в том, что в тот момент 19-я армия располагалась под Смоленском и обеспечивала оборону Москвы. Однако в ходе известного Смоленского сражения немцам удалось прорвать оборону. Конев сумел избежать плена и вывел из окружения управление армии с полком связи. Тем не менее, за провал военной операции Ивану Степановичу грозил расстрел. За Конева вступился Жуков. Маршал всеми правдами и неправдами смог уговорить Сталина жалиться над Иваном Коневым. В беседе с вождем Жуков утверждал, что казнь генерала ничего не даст, кроме того, что войска будут еще более деморализованы. Георгий Жуков попросил Сталина назначить Конева своим заместителем на отдаленное Калининское направление, то есть маршал фактически взял генерала на поруки. Сталин согласился. В течение последующих военных лет Иван Конев в основном показывал себя с наилучшей стороны. Он защищал Москву, выиграл сражение на Курской дуге и, наконец, провел Корсунь-Шевченковскую наступательную операцию, за которую, собственно, ему в 1944 году и было присвоено высокое звание маршала. Вот только с погонами вышла накладка. Дело в том, что погоны для высшего командного состава изготавливались вручную, и этот процесс занимал достаточно много времени. Как вспоминала дочь Ивана Конева Наталья Ивановна, слова которой приведены в издании «Неудобная правда о взятии Рейхстага». Поиск, исследование, реконструкция Григория Киселева, зная об этом, а также о том, что Сталин хотел, чтобы Конев быстрее примерил маршальские погоны, Жуков прислал ему свои. Однако Конев доброго отношения к себе не оценил. Когда в 1957 году Жукова исключили из партии, Конев встал на сторону противников Георгия Константиновича. Мало того, если верить историку Юрию Рубцову, в газете «Правда» была напечатана статья, в которой утверждалось, что Жуков готовил государственный переворот. Ее автором был никто иной, как Иван Конев. По словам поверенного Конева Степана Кашурка, Иван Степанович ужасно жалел о своем поступке. Доказательством тому могло бы послужить письмо с извинениями, которое Конев велел передать Жукову через Кашурка. Однако этого послания никто, кроме Кашурка, не видел.